Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем проходить игру Диабло за лучницу Марейну. Вот, я, собственно, посмотрел, какие квесты нам нужно допроходить. Вот, как я говорил, по количеству квестов мы прошли ровно половину. Вот, и мы опять сейчас пробежимся по уровням, дойдем до ада. Вот, вообще, где-то здесь еще должен быть этот горбат слабый. Я, честно, не помню, проходили мы его уже тут или нет, но что-то мне подсказывает, что нет. Так, что такое? Так, нижний шкаф. Ну-ка. Книга «Телекинез» мы можем? Можем. Ты смотри. Прочитали «Телекинез». Так, ману берем. Так, хорошо, тут уже козлы пошли. Были козлы, теперь нет козлов. Все. Ой-ой-ой, у вас тут еще толпа. Куда я стреляю вообще? Я сейчас что-то... О, видали, он что-то ел. Он что-то ел. Он типа что, хилился, что ли? Не понимаю. О, это, видимо, какой-то квест, видите? Зал костей или зал слепых, кажется, да? Слепая палата, типа. Ну ничего, еще раз пройдем ее. Или не будем проходить. Не, давайте я пройду в этой серии. Ах ты, да, опять стормозил. Не, это самое. Не посмотрел, стормозил и все. Вот, короче, неважно, что это за зал, либо я вот не помню. Я вот в этой игре до сих пор путаю слепую палату с палатой костей. В палате костей, по-моему, или Орик, или нет. Короче, да, давайте это будет слепая палата, да? Я пытаюсь вспомнить, что это за квест такой. Скорее всего, это слепая комната, потому что она точно должна быть вначале закрыта. Мы сейчас еще что-то должны найти. То, что ее открывает. Так, ребята, чего вы сюда пришли? Ладно, я туда, блин, в него стрелял. Все, готов. Все, готов. Больше в меня сейчас никто не стреляет. И ничего нет. Ничего в этих самых бочках не лежит. Так, здесь у нас проход дальше, в седьмой уровень. Да что ж такое-то? В
второй, между прочим, сундук, который я открыл с ловушкой. Так, это что тут? Так, нам тут бегать за козлами еще не хватало. Так, здесь что у нас? О, здесь тусовка козлиная. Все, была тусовка и нет тусовки. Пришел и испортил всю тусовку козлиную. Так, здесь храм козлов, сохраняемся. Так, ну-ка. Загрузка. Давайте я сразу вот так вот сделаю, лучше вот так, и сохранюсь. Так, где 159? Не понял. Так, Ну-ка. А, вот, все, да, нечаянно сохранился не там. Ладно. Я хотел загрузиться, но, как вы поняли, я вместо этого сохранился. Ладно, ну, что ж поделать. Сохранился, значит, сохранился, значит, пошли дальше. А вот надо быть внимательным на самом деле. Вот, просто тупо надо быть внимательным. И тогда вы не попадете в просак. Вы видали, как вот эти птицы быстро пролетели? Если кто знает, почему они иногда так быстро пролетают. Просто вот из одной точки в другую. Так, вроде ничего нет. Вот-вот, видали? Так, надо подойти к ним. Потому что вслепую стрелять в них это что-то, ну, такое дело. Так, у нас тут комната. Ясно. Ничего не интересного тут нет. Книга тайн. За залом героев находится палата костей. Вечная смерть постигнет того, кто захочет украсть сокровище, хранящееся в ней. Так сказал повелитель ужаса, и так написано. Все-таки это палата костей. Этот квест мы проходили, но можно пройти еще раз, чтобы побольше денег у нас было. Все, у нас на самом деле вот эта комната стала открытой. Вот, я тогда думаю, что в этой серии мы еще что-нибудь пройдем, потому что... Ну, дальше пройдем, в общем, потому что... Ну, потому что повторка, как говорится. Тихо. Да, видите... Вот здесь на карте тут были стенки, вот такие вот прямые. Теперь стенок нет, теперь там квадратики, и мы с вами сейчас побежим именно туда. Тихо, только мы уже вторая шкатулка с ловушкой открыта нормально, так как надо. На самом деле, с одной стороны, умение очень хорошее. Вот, с другой стороны, когда ты дальше проходишь в дальнейшие уровни, там, пещеры, ад, вот это вот все. Этот скилл не нужен. Так, еще тут двое вот этих вот. Вот.
здесь и вот здесь вот, да. Вот здесь он должен быть. Нет, здесь, вот, кстати, да, видите, я вспомнил, здесь короля Леорика не будет. Ну-ка, что за книгу я подобрал? Короля Леорика не будет, зато здесь будет скиллуха у нас. Будет у нас скиллуха в виде гидры огненной. Как в Diablo 2 у этой самой. У колдуньи. Так, я думал, это мечи лежат просто так. Роба. И куда трепье. Я да, класть не. Инферно, волна огня. Ладно. Вот, и, короче, сейчас, секунду, мы вот это выбрасываем и вот это выбрасываем. Потом мы это все заберем и пойдем к кадре. Светоключение. Поставлю в город. Я могу тебе помочь. Нет, подождите, какой продавать? Надо. Здравствуй, друг мой. Надо определить две вещи. Послушай мои рассказы. Так, и что за роба? Сейчас узнаем. Вбирает половину вреда от ловушек. Ну нормально, но дальше-то ловушек-то нет, поэтому. Ловушки-то нам зачем? Поэтому. Бля, два косаря. Все, 5 косарей мы с вами заработали. Сейчас починим лук. Почти на 1000, да, хорошо, спасибо. Так, выйти из лавки, зелье лечения берем. И здесь. Что у тебя болит? Оздоравливаемся. Так, что тут у нас? У нас тут 2 маны. Не знаю, пускай будет. Может быть, я просто возьму и всю ману соберу и Адри продам. Хотя, с другой стороны. Так, магия. У нас что есть? Портал. Вот, щит магии. И охранник. Ну, пока что вот эти вот 2 заклинания нам вот точно пригодятся. Так, здесь мы. Берем. Да такой тряпью не взял. Да, ману мне на самом деле надо будет копить, когда я за мага буду играть. И как бы, видите, уже сразу готовлюсь чуть-чуть. Так, вот, вот здесь вот одна комнатка появилась. Куда пошел? О, книга лечения, тоже на самом деле неплохо. Хотя зачем я учу? Я же, блин, за лучницу играю.
Вот здесь вот у нас сейчас будет просто тупо махач. Просто вот так вот тупо стреляю. Просто вот в дверь. Ну и пока что я вообще промахиваться не буду ни в кого. Да? Да. Сейчас войдем, и там опять будет толпа. Так, выходим. И ить. Я вот не знаю, это либо специально хитро так сделали, или это какой-то, не знаю, некуда положить. Технически что-то недоработка какая-то. Короче, когда мы первую толпу раскурочили, вот, там была такая пауза, да? Думаешь, сейчас все, войду, и будет все спокойно, да? Вот, но нет, ты туда входишь и... Я не могу нести больше. Входишь, и на тебя еще нападают. Плащ, а тут какой-нибудь, что-нибудь есть? Ладно. Идем... Идем в город. Я не могу нести больше. Так, что-нибудь тут есть магическое? Нет, магического ничего нет. Остается нам все распознавать. Здравствуй, друг мой. Ух ты, 4800. А, слушайте, это, по-моему, я даже не не выбросил просто. Забыл выбросить золото. Но на самом деле вот сейчас точно будет у нас. Я могу тебе помочь. 5 косарей. Даже больше 5 косарей будет сейчас. Вот, 6400. Что у нас еще тут есть? О, вот это и вот это выбрасываем сразу. Так, это сюда. Где-то у меня здесь был. Вот она, куча маленькая. Отлично. 7 этих самых зелий можно купить, эликсиров. Хотя, с другой стороны... Ладно, не буду. Я просто хоть подумал, зачем нам мана, если у нас есть желтые зелья. Вот, так как я планирую до конца не прокачиваться, я вот решил, что, наверное, так оно будет лучше. Ну, по крайней мере, интереснее будет. Нифига себе, и второй разогнался. Все удары пропустил. Доспех прям. Вот этот доспех прямо вот. Римский. Ты обрел знания. Ну, короче, да. Все. Ну, вот ради вот этого заклинания плюс чуть-чуть денег. Даже не чуть-чуть, а нормально так денег на самом деле набрал. Ну, вот ради вот этого вот можно было бы сюда и сходить еще раз. Вот, что ж, ладно, идем мы, значит, дальше.
А что вообще, какие еще квесты я сейчас не выполнил? Горбада слабого не выполнил. Я его точно не встречал. Зара сумасшедшего не встречал. Хотя вот здесь вот, вот эта часть нераспознанная. Пойдем сюда, и, возможно, я кого-то встречу из них. Вот, черный гриб у нас я бы выполнил бы, потому что... Да. А что ж тут ловушки все? Я опять ловушки пропускаю. Что такое? Почему у меня нет концентрации вообще? Короче, черный гриб, что еще? Дьявольская наковальня. Ну и там Лагданан, архиепископ Лазарь и Дьябло, это, короче, основные квесты, они тут будут. Кого же я пропустил? А, еще этот самый... Какой-то там лорд кого-то там, который охраняет дьявольские... Дьявольские оружия. Так, вот здесь вот... Ой-ой-ой, тихо, отходим. Уже чувствуете, да? Нам капельку тяжелее становится, да? Ну, кстати, тут, смотрите, можно уже в город телепортироваться. Так, что ты нам дашь? Сила укрепляется... Не понял. 16.30, 17.31 класс. И вот это мне нравится, вот это прямо всегда бы так. Здесь что мы делаем? Шар огня выбрасываем. Я, конечно, мог бы все это дело использовать, но я что-то как-то вообще не хочу. Так, разделять ничего не надо. Послушай мои рассказы. Раз, два. Нет, хотя вот эти вот большие я оставлю на потом. В последнюю очередь их тратить буду. Я могу тебе помочь. Трепью единичка стоит. Отчинить. Нифига себе, кольчугу мне поломали. Так. А, 1800. Ну да, нам... У нас скончаются свитки порталов. Вон одна штука осталась. Так что нам придется все равно идти к Кадри. Продавать вот эти 3 свитка. Возможно, что-то еще наберется. Если там будет какой-нибудь жезл, я хотел сказать шест. То мы обязательно тихо пойдем к Адри, потому что жезлы, они, ну, как правило, должны стоить дорого, да? О, у меня уровень прокачался, слышишь? Сейчас.
Прикинь, я про уровни-то и забыл. Так, чтобы мне прокачать. Тихо. Хитрец какой. Давайте я живучесть прокачаю себе. Хотя надо было ловкость, я считаю. Ну, вообще... О-о-о, книга какая-то. Вообще, вот честно говоря... Очень странное явление, как по мне. Вот, книга слепых. Да, давайте тут еще и зал слепых пройдем еще раз. Ты не видишь, вижу я. Взор мутнеет у тебя. Повернешь, они уйдут. Песню тихую поют. Ты увидишь, чего нет. Тени наползут на свет. Ты из самой темноты упадешь в зал слепоты. Вот. Ну, просто тупо две повторки подряд. Книга лечения. Может, книжки еще попродавать? Ну, если я ее сейчас не выучу, все. Слушайте, тут какого-то, видимо, сильного побил. Потому что, видите, все черные, а этот синий какой-то. Я побеждаю козлов, и я даже не знаю, как их звали, да? Точнее, я победил сильного козла, но я не знал, как его звали. О! Нормально. Милишный лучник. В упор всех расстреливает, все правильно. Чтобы урону больше наносить им. Так, вроде здесь все подобрал. А не понимаю, почему тут такая вот тусовка? Только вот из-за храма, да? Так, опыт, сохранение. Чего у нас тут будет сейчас? О, здоров, да, в здоровом теле здоровый дух. Вот это вот халявная магия. И бутылек магии, маны я подобрал как раз, кстати. Вообще вот этот тихо-тихо. Вообще вот этот скилл, я даже не знаю, чем он может быть полезен мне. С одной стороны, ну хотя против лучников, да, может быть полезен. Как видите, у меня место жизни мана тратится. Это классно. Ну, типа дополнительная жизнь. О, нифига, ребята, вы чего? А чего вас так реально тут много так?
просто тупо вся комната. Просто тупо вся комната ими была усеяна. Ой, еще тут. Так, ну хорошо. Я не могу нести больше. Ну, видимо, тут какие-то крутые книги, да? Я не могу нести. Кувалда, лук. Свиток лечения. Свиток определения. Книга. Книга перенос. Опа, опа, ну-ка. 3 к 7. 1 к 15 у меня. Так, свитки лечения мне, кстати, нужны. Вот, свиток голема я не смогу использовать, поэтому он вот у нас точно продастся. Где он? Свиток голема сюда. Лечение нам надо. Лечение тоже надо. Определение не надо. Так. Вот так. Вот. И у меня же... Эх. Я же забыл, что тут вот эта магия в городе рассеивается. Ну все. Ну хотя бы ману себе восстановил. Друг мой, послушай мои рассказы. Короткий боевой лук. Плюс 14 к силе. Ну что-то как-то не... Мне этот лук не нравится, мне этот лук. Я могу тебе помочь. Ну вот что это мне даст? Я вот уверен... что ничего особого он мне не даст. Ну вот возьмем инвентарь, откроем опыт. Ну только вот если минимальный... Минимальный уровень он меня повысит только лишь. Ну, из-за минимального уровня я что-то как-то и не особо хочу менять лук. Я могу тебе помочь. Всего-то на 2 единички повышает. Так, здесь что мы делаем? Вот так вот отходим. Так, лечение 1, лечение 2. Магия. Это самое. Так, к Пипину подходим. Что у тебя болит? У меня ничего не болит. Болит только у моих врагов. Хотя у моих врагов тоже ничего не болит, потому что они все мертвы. Вот, собственно, да. Сейчас мы туда вернемся. Соберем вообще все, что тут валяется. Не знаю, наверное, эта серия будет длинной, потому что пока я тут вот эти 2 квеста сделаю, плюс еще я... Кто? Вот, плюс еще буду дальше продвигаться, да? Видели, все равно ловушка сработала, блин. С другой стороны, возможно, она сработала, но мимо про это самое стрельнула. Так, здесь... А, ну вот, мне только вот один вход остался. Только один вход. Вот он. И тут я сразу вот этих вот... Вот это плохо. Вот это очень плохо. То, что меня окружили.
Конечно, жизни у меня хватает. Вот, но... Лучницы так вообще играть неприемлемо. Это за воина можно вот так вот впилиться в толпу, чтобы они тебя окружили. Тупо по очереди давали тебе леща со всех сторон. Так, собираем. По-моему, да, вот они. Слепая. Вот это... А, ну хотя да, слепая это самое. Это не особо длинный квест. Ух ты, ух ты. Амулет. Ничего себе, я нашел амулет. Здесь это редкость, на самом деле. Находите амулеты. Чего? Амулет зрения? Ну. Так, вот это вот я убираю. Вот это вот бью. Пофигу, что неровно получилось. Все равно. Придем в город, и я подбираю. Что, это все что ли? Ну хотя с другой стороны, амулет зрения, посмотрим, что это за амулет такой. Мне даже интересно стало, что это два амулета. Ну-ка. Ладно, я просто подумал, что у меня амулет зрения надет тоже. Ничего не валяется здесь. О, уровень, кстати, следующий. Так. Я не могу нести больше. Все отлично. Сейчас добиваем вот этих ребят и идем в город. Ну-ка. А тут даже тупик, тут даже больше никого нет. Отлично, хорошо, где? Так, это сюда. Сюда. Ну, отлично. Так, сюда мы, как всегда, все это скидываем. Вот посох, кстати. Все, я думаю, что можно кадрей тоже пойти как-нибудь. Здравствуй, друг. Определяемся. Послушай мои рассказы. Амулет зрения. Ну, так, хорошо, сейчас мы посмотрим. 40 радиус света. Вообще ерунда какая-то. Вот можете в комментариях мне кто-нибудь написать, зачем тут вообще радиус света? Что он вообще дает? Так, вообще-то хочу посмотреть. 20 радиус света, защита от молнии плюс 20, минус повреждение от врагов плюс 5 к магии. 49. А тут плюс 20. Да я, наверное, его продам.
Ну да, амулет, конечно, наверное, хороший. А, комбинированный лук, там ничего интересного. Так, вот, пожалуйста, 5 косарей опять набрал. Набрал 5 косарей, плюс я еще... О, давайте я, чтобы не это самое... Вот это вот я повыкидываю. А то я сейчас... А то же я же запарюсь. Так, вот это вот все берем. Так, Андрюшка. Что у тебя там с поиском ответов? Так, давайте я сохранюсь, пожалуй. Я чую душу в поисках ответов. Так, продаем. Инферно. Окей. Посох энергозаряда. Такой себе. Можно было подороже. Свиток голема продаем. Огонь продаем. Шар огня продаем. Волна огня тоже продаем. Перемещение продаем. Определение тоже. Все. Может быть, у тебя тут это самое купить вещи? Допустим, до 5000 я у тебя закуплюсь. Вот. Да. Вот, с другой стороны, делать еще одну длинную серию как-то не очень хочется. Просто потому что, ну, смысл? Смысл длинной серии делать? Так, ну-ка. Где тут у нас? Вот так. Вот так. Так, оздоравливаемся мы, значит. Что у тебя болит? Так, возможно, я смогу даже прикупить, может быть, у Гризвальда что-нибудь. Могу тебе помочь. Первоклассные вещи. Жилет Луны. Два 12. Не знаю. Меч звезд. Ого, вот это вот кольцо звезд. Вот это вот я бы приобрел. Потому что, смотрите, защита от всего плюс 23. И плюс 11 ко всем качествам. Я вот даже одно кольцо возьму и продам. Я могу тебе помочь. За 2 косаря. Так. Сейчас я просто тупо буду все это дело подбирать. Вот это кольцо, конечно... 40, смотрите, 49993. На 8 косарей у нас теперь осталось из 40. Так, ну смотрите, теперь фигак. Офигеть, очень круто.
Да я даже, наверное, вот эти вот лазуритовые латы продам. Ну а чё, нафиг они тут лежат вообще? Да? Ну, конечно, это не 40 косарей, которые у нас теперь... Которых у нас теперь нет. 5. Слушайте, все, сохраняюсь. Вообще офигенно. Просто вот... Попадание 99. Это же очень классно. Попадание 99, вы представляете? Так, а я чё? А я, получается, всё изучил? Ну только вот эта вот комната, тут видно, что уголок не изучен, но я ради него одного я не буду. 8-й уровень. Так, давайте я вот этот 8-й уровень, значит, пробегу. О! Еще что-то. Грязелис. Видели название? Грязелис лижет грязь. Так, ну, свиток охранника нам тоже пригодится для продажи. А чего у вас так много было, реально, ребята? Если это какая-то толпа, то это какая-то, наверное, сильная толпа. Либо они просто охраняют что-то такое крутое. По крайней мере, я не увидел тут ничего такого, чтобы они охраняли. Не понял. Так, здесь что-то лежало. Подставка, ну-ка. Сабля. Ладно, если что-то пропустил, сорян. Ой, эти самые плеваки начались. Вообще бесячие самые гады. Еще одну нашли. Возможно, там что-то может быть хорошее быть, да? Ай-яй-яй. Опять моя невнимательность. Книга энергозаряд. Да, я бы эти книги продавал, но если их можно учить, я их учу. Ай-яй. Ага, вот еще один уровень. Ну, хотя да, следующий уровень, он 9-й будет, он самый сложный. Ну, точнее, он сложнее будет, это уже будет другая локация. По логике, я бы, например, в играх делал бы последнюю карту какой-то локации сложной.
Да хорош взрываться уже, а? Так, сюда мы еще придем. Мне надо здесь обойти вокруг комнаты, посмотреть, что тут еще не распознано. А, нет, все распознано, представляешь? Так. Да, я чувствую, что у меня прохождение будет очень долгим, просто потому что я буду... по несколько раз заходить и это самое. Хотя, с другой стороны, что мне мешает... просто заниматься монтажом и, например, вот начать серию, и чтобы не растягивать ее там по часам. Вот в одной серии попробую объединять прохождение вот оставшихся квестов. Заговариваюсь немножко уже. Так, карта не включается, яйца. Так, а давайте-ка я сейчас встану и сохранюсь. Окей. Сохранились. Здравствуй, друг мой. Послушай. О, кстати, кольцо посмотрим. Поправка быстрее. Вообще непонятно, что это такое, что тут имели в виду. Если кто знает, что значит поправка. Ну, быстрая поправка вот это вот, потому что, ну. Если тут нокбэк, типа отталкивание, перевели как удар в спину, под быстрой поправкой могут все что угодно иметь в виду. Ого, нифига себе. Да я богат. 10 косарей. 14. Офигеть. Тут даже, блин, не жалко. А, починиться, блин. Так, 5000. Ого. Не, ну смотрите. Вот, набрал сколько денег. Практически то же самое. О, свиток голем и свиток охранника. Да, давайте сгоняю кадри. Кадри сгоняю. Продам вот эти вот свитки, ману продам, и на эти деньги еще куплю. Как их? Порталы. Так, нет, сначала продать зелье маны. Нет, тихо, это не надо. А, все? То есть, получается, я только два портала купить могу. Вот. Ну, кстати, ладно, пускай так будет.
Так, ну что ж, последние заходы в те самые катакомбы всякие, да? Так, а я тут все взял? Вроде все. Я даже до конца доходить не буду, потому что ну нафиг. Так, тут у нас что? Тихо. Да что ж ты в него не попадаешь-то? Вроде в него стреляешь. Стрелы прямо в него летят. Инфразрение. Ой-ой-ой. Так, ну-ка. О, как вас тут много. Вроде всех победил. Свиток на вы или ново? Святой удар. А, тихо-тихо. А, нет, подождите. А, смотрите. Застр дверь. Отхожу, она открытая дверь. Прикиньте. Я один раз уже прошел игру. А вот эту штуку я заметил только сейчас. Гады, они хитрые, они... Сколько раз я прохожу в двери, они все, ну, учатся притаиваться. Только выхожу, все, и... Плата за грехи. Ну-ка. По-моему, я эту книгу читал. Сейчас я вот здесь вот всех убиваю нафиг. Раз уже дверь открыл. И так уж и бы сюда войду. Так, за жизнью слежу, да? Кстати, обратите внимание, здесь вон преломляется все. Прикольно, прикольно. О, барон, слизь. Вот этот красиво выглядит, и я раньше, когда в Diablo 2 играл, я что делал? Я по внешнему виду определил крутость вещи. То есть, если выглядела круто вещь, по моему взгляду, то и вещь должна была быть крутой. Но иногда это не совпадало с моим вот этим вот мировоззрением, так сказать, да? И очень сильно расстраивался, когда крутая вещь оказывалась фигней полной.
Дворец. Посох лечения. По-моему, посох лечения недорого стоит. По-моему, это даже, ну, можно сказать, ерунда. Так, все, теперь можно книжку почитать спокойно. Узнай и будь свидетелем истин, открывшихся тебе, ибо это последнее наследие Радрима. Когда вечное противостояние между Царством Небесным и Преисподней затрагивает душу смертного... Короче, мы это читали, и поэтому читать еще раз не будем. Так, что тут у нас по уровню-то получается? Че, тогда идем до 9 уровня, да? До 9 уровня пойдем. Я, короче, как сделаю? Я все же... Теперь буду... монтажом пользоваться, потому что такие длинные серии делать... Представляете, какая самая дальняя комната практически. Небольшая, в ней этот лежал. Ходил, точнее. Короче, буду... пробегать все эти карты чисто ради того, чтобы выполнить некоторые квесты, те, которые я не выполнил, да? Так, вот здесь вот дофига ребят должно быть. Вот, просто тупо будет серия... где будут все оставшиеся квесты, вплоть до адских. Я не могу нести больше. Книга молния. О, подождите. Допустим. Вот так. Так, ну-ка, сделаю вот так. А, нет, я как бы тут уже ничего не сделаю. Поэтому открываю портал в город и ныряю. Вот, у меня списочек всех вот этих вот квестов есть. Поэтому я вообще без проблем могу определить, какой где квест нужно пройти. Ну и тем более золота у меня побольше будет. Я могу тебе помочь. Вот. Да ладно, лук луны. Хорош ломаться-то. Ты чё ломаешься? Так, сейчас я проверяю. О, перенос, нифига себе. Ни разу не видел такой магии. А, тут ничего нет, значит, идем. Значит, идем. Мы с вами. Кадрюшки. Да, 215. Даже какой-то свиток на вы дороже стоит. И свиток телепорта. Инфразрение. Так и не попробовал это инфразрение. Так, сохраняюсь. Да, ну ничего, я думаю, что всю магию я буду пробовать, когда за мага буду играть. Конечно, на самом деле,
Меня это уже немножко душит, вот это прохождение, если по чесноку, да? Вот, ну а что делать? Хочется как бы, знаете, побыстрее пройти и там из одного, из другого персонажа. Вот, но при этом хочется попробовать вообще всех. Ну, смотрите, вот, у меня 9-й уровень будет, вот он. Подбираю зелье. Ну, собственно, вот, на этом я заканчиваю. Вот, я при вас сохранюсь. Вот, серия опять получилась долгая. По-моему, у меня прошлая серия тоже долгая была, да? Короче, даже не знаю, давайте следующую серию я тоже вот так вот похожу. Дойду до ада, до адских уровней. Вот, возможно, там будет какое-нибудь задание. Вот. Ну, а после того, как я дойду до ада, буду добивать все квесты, которые я тут и не добил. Вот. Собственно, на этом все. Это была игра Диабло. С вами был Однорукий Борис. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу. Ссылка есть на нее в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока.